Решение Конституционного суда касательно закона, за который правительство Кику взяло на себя ответственность, немного странное, так охарактеризовал его президент республики Игорь Дадон. Скажем так, оно немного странное, об этом говорят и специалисты. Правительство не виновато. Правительство взяло на себя ответственность в соответствии с процедурой. Премьер-министр пришел в парламент и хотел представить проект. Депутатов не было в зале. Правительство следовало процедуре, но в парламенте не было большинства, сказал Дадон. Он также добавил, что мы можем обвинять депутатов, но есть решение комиссии по чрезвычайным ситуациям, согласно которому запрещено собираться в группы более 50 человек. Конституционный суд постановил, что поскольку в зале не было 51 человека, процедура не была соблюдена. «Я понимаю, что если бы это была простая ситуация, но у нас чрезвычайная ситуация», – сказал президент. Напомним, что закон об антикризисном пакете мер в контексте пандемии, по которому правительство взяло на себя ответственность, был объявлен неконституционным. Решение по этому вопросу было вынесено Конституционным судом. У судьи Эдуарда Абабия было отдельное мнение, а решение было принято в отсутствии председателя КС Владимира Цуркана, который воздержался от рассмотрения дела после того, как Игорь Дадон публично признал, что обсуждал с ним этот вопрос по телефону. Напомним, ранее представители ПДС, ППДП, ПроМолдова, а также независимый депутат Александр Олейник обратились в КС. Депутаты считают, что правительство взяло на себя ответственность за ряд бюджетно-финансовых мер, которые не относятся к борьбе с эпидемией. КС решил, что приостановка только оспариваемых положений недостаточно и необходимо приостановить действие всего закона до тех пор, пока дело не будет окончательно урегулировано.